dreary morning, dreary town. What could possibly be worth doing in such a nowhere little hamlet is beyond me. Seems like Seraphine is offering us something for nothing. But at least it's something to do. So this is the town of Dyford. Looks to have seen better days. Something's not right. There should be people out and about at this hour. Perhaps they're late risers. Perhaps. Let's find the Lord Mayor and be cautious. Всем привет. Это начало прохождения игры The Haunted Demon's Forge. Мы начинаем прохождение с главы 1.1, вход в город. С этого момента только доступно оперативное прохождение. Итак, мы начинаем. Ну что ты меня не представил, мудила? Все время ты что-то запоришь. Уже третий раз. Ты нет, должен ты... сам. И как я тебе представлю? Ну, играет, да. Например, когда мы начинаем играть коопом, ты мог бы сказать, с кем. Бедный человек вообще. Я бедный человек, я столько раз это вижу. Нет, это бедный человек, его столько раз убивают. Так что в следующий раз запомни, представлять надо. Как я тебя представлю? Ну блин. Ну придумай что-нибудь. По имени представляй. Со мной играет Артур? Да. Окей, с вами Дмитрий и Артур. О, так, он еще курица. Бегут. Курицу можно убивать. Не, жалко за них. Ничего не дают. Мне честно нравится, начинает автоатака. Что нравится? Автоатака. То есть ну не автоатака, а автонаведение. Пока я тут еле-еле целюсь. А у тебя нет автонаведения? А где оно есть? Ну ты просто без правой кнопки стреляешь, и тогда уже... О, я не знал. Надо будет попробовать. Я просто бегу поэтому. Так, поднимай девушке дверь. Не, ну у меня просто очень... Ну, вот тут наплечники. Просто у меня очень долго лук перезаряжается, точнее этот... О, ты секретку нашел? Впервые. Ну, впервые это. Это вот. Да. Да, я сам не ожидал. Я уже ты что-то есть такое? Начинаю гордиться тобой. Ну, спасибо. Начал замечать всякие вещи на уровне. Я начинаю думать, как эта игра дает. Должна давать. На уровне Высоцкого. Даже выше. Так. А, надо поправить, попробовать спасти этого. О, кстати, я сейчас убью этого. Тихо-тихо-тихо, смотри, вон там сидит такой. Ну, ты знаешь каждый закоулок этой игры. Будет неинтересно играть. Всех там выносишь автошотами. Это Миша выносит автошотами. Автошоты. Отступили. Автошот. Вон, где женщина это будет. Так, спасай этого дурака пока. Что мне делать? Нет, нет, уже ничего. Надо просто в скайпе отвлекать, я не успеваю за всеми следить. И плохо поступаю. Ты главный обзорщик, так что а, давай. А, нет, не главный. Говори, да, кстати говоря, я могу две бутылки носить теперь. Ну, это... Синих. Да. Ты тоже? Я тоже. И две вот полоски. Вот смотри, где женщина сейчас наверху будет. Да. Видишь женщину? Я подожди, сейчас стреляю, потом покажу. Я пока... А. Вон, женщина, я вижу. Они сейчас тут прибегут. Нет, не прибегут, ну ладно, не важно. Что ты хотел меня подозреть? Ты её убил? Нет. А чё она замолчала? Её убили только что. А, ну ладно. Да, но тут его нельзя было убить, я так понимаю.
Это была катсцена такая специальная. Я тебе вернул призрак. It's all about training. And these worker warriors, they're well trained. They don't fear fire. Кто призрак? Он всегда разворачивается куда-то интересно. Ну не, голова, по-моему, 3D-шная. Ну, сложно понять. Ну хотя да. Хотя просто какие-то частицы. Так, а то есть ничего не было такого хорошего? Нет. Ну ладно. Вот только бутылку возьму. Так, к женщине попасть... Нет, ну женщина, он же... А, я не понимаю. Ну она выживет, она там от всех замыкалась на верхушку. Не, в том смысле, что только что я оттуда крови видел поток, а здесь она уже опять жива. Как-то нелогично так поступает игра с нами. Ты уверен, что это не две разные тетки? Может быть. Некоторым теткам везет, а некоторым нет. Интересно, кому здесь везет. Да, в данном случае мне везет. Ну, если я за девушку играю. Я бы не назвал эльфа-девушку. Эльфа-девушка? Так. По одному, на каждого свое оружие. Да, я понял, но... Да, я открою, но... ни разу не делал. Это... У меня нет автонаведения почему-то сейчас. Ты поменяй оружие сначала. А, ну, да. Я автонаведение на чистую листу. Но я прицелился. А, ты, я целюсь. Какое берешь? Это... У меня тут... Ну, дубина, конечно, спасибо. Ну... Мое любимое оружие. Да. Потом... О, у тебя зеленый лук. Да. Мне нравится зеленый лук. Ядом бьет. Но он не увидишь. Я понял, теперь луков, из них типа 30 патронов особых. И... А все остальные обычные. То есть ничего такого. Ну, я тебя как всегда бросил, так что... Тут две бутылки маны, так что можешь тратить ее как хочешь. Даже три. Mm-hmm. Тут везде. Очень... Ну, кстати, я вообще не рад. Мост. Да, не разбить. Давай попробую пробежать. Я попробую пробежать. Подожди, он просто... Он сам взрывает мост. Так, я вроде убил. Все, я прошел. Тут две бутылки, красная и синяя, все. И все? Да. Еще я там секретную дверь увидел, если что. А-а-а. Пока бежал. Ну, вот тут, в начале. Перед мостом. Я начал примечать такие штучки. Вот. А нет, мне показалось. Не примечаю ничего. И, кстати, оружие, по-моему, затупляется, да? Не знаю, как у тебя. У меня у него просто кончаются такие спецудары. Ну, не спецудары. А, светиться перестает. Да, все, типа да. Такого. Понятно. Он стреляет. О, стрелы. Может кончаться там. Ну, грубо говоря, кончается. Да. Не густо в этом. Надо обязательно рвать мост. Зачем? Потому что по-другому не спрыгнуть. Ну конечно. Вот я спрыгивал, а ты не мог спрыгнуть. А там бутылка, между прочим, красная осталась. Ладно, попробую без прицеливания. Это... Кто-то еще есть? Мне плохо. Нет, я никого не вижу. Так, щит возьму новый. И попробую найти какое-нибудь оружие новое, наверное, вот он. Так, золото. Денежка. Как собрать вот эту денежку? А, кстати, у меня только что появляется. О, вот, тихо. Тихо. Сейчас. Смотри, не застрянь. Ну, сейчас она не берется, ладно. Ладно, я 13 денег. Не разбогатеем, вот это. А человек. Убить нельзя. Не убивай. Его убить нельзя. Я просто говорю. Я просто надеялся, что ты его попытаешься убить, если я скажу не убивай. Раз, два, три. Видишь, они еще... Видишь, у меня какой-то скилл есть на оружие.